Агрануправление ФСБ Ингушетии опровергает информацию о том, что в республике нашли и задержали снежного человека, которого, как сообщалось еще утром, будто бы уже нацелились везти в Москву. Данная информация была распространена работниками средств массовой информации без проверки указанных фактов и является вымыслом, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в Интерфакс. Известен в таком случае автор вымысла. Это министр труда и соцразвития Ингушетии Багаудин Маршани. Именно он сообщил сутки назад, что пограничники поймали в лесу Джейхарского района двухметрового гражданина, который, как вы видите на этих кадрах, ел барана едва ли не живьем. По данным министра, снежного человека, кстати, самку, не самца, удалось поймать и поместить в зоопарк, расположенный на территории ведомственного дома отдыха в селении Сур-Хахи Назранского района.